Троллейбусный маршрут, который соединит Макеевку и Донецк, появится уже в следующем году. Пока его план в стадии разработки в одном из проектных институтов. Подготовить документы рассчитывают уже через несколько месяцев. Затем последует замена электроопор и контактной сети. В Макэлектротрансе рассказывают, на соединение донецких и макеевских сетей им потребуется месяц. А вот на реконструкцию троллей и опор необходимо больше времени. Всего на маршрут планируют запустить порядка 20 троллейбусов. Сколько будет стоить проезд в таком транспорте, решат в областном совете. Это считается междугородний маршрут, не наш. То есть это не наш исполком будет рассчитывать, это уже считается междугородка. Но, естественно, он будет дешевле, чем автобус, это понятно.